Приветствуем вас на канале Креселбург. Сегодня расскажем о очень удачной модельке от фирмы Петуса. Здравствуйте, приветствуем вас на канале Креселбург. Сегодня расскажем о новинке от фирмы Петуса. Моделька Руэнта с 0 до 25 кг. В принципе, достаточно удобное автокресло во всех его пониманиях. Фиксируется на штатный автомобильный ремень. В любой автомобиль полностью за корпус. Очень надежно и удобно. Все мягенькие вкладыши легко снимаются и стираются. Автокресло становится шире. Очень длинные пятиточечные ремни. Удобно будет даже в зимней одежде. И в дальнейшем, когда вы уберете все вкладыши, а также отрегулируете подголовник, кресло становится достаточно вместительным и объемным. Имеет очень хороший наклон в нескольких положениях. В подголовнике имеются мягкие вкладыши внутри, что делает его еще более комфортным. Все легко снимается как с подголовника, так и с основной части корпуса. Имеется небольшая мягенькая подкладочка. Ну, при желании, если вам кресло покажется слишком твердоватым, всегда можно что-нибудь подложить. В принципе, все настройки очень легко регулируются, как регулировка подголовника, так и ремешки. Все очень удобно и компактно. А теперь подробнее о системе установки в автомобиле. Против входа автокресла устанавливается на штатный автомобильный ремень, делается специальный наклон, который рассчитан именно для положения против входа движения максимально лежачий. Переворачивается автокресло. Штатный автомобильный ремень продевает специальные пазы, где находятся красные фиксаторы. Это под установку. Синяя установка против входа движения. Меточки, то есть ремень продевается, защелкивается в автомобиль. Синяя метка, заводится нижний ремешок сюда с двух сторон, раз, два, в дальнейшем подтягиваю за верхний ремень, прижимаю автокресло и завожу в специальный стопор. Тоже, кстати, синим указателем. Да, тоже синий указатель. Автокресло установлено против входа движения. Немножечко легкий недостаток, так сказать, этого автокресла. Немножко не хватает выравнивателя, который у вас имеется в автолюльке, либо который вы можете приобрести отдельно, чтобы попа у малыша так не проваливалась и было достаточно комфортнее. Это установка против входа движения. По ходу движения устанавливается практически то же самое, но немножечко по-другому. Наклон по ходу движения всегда будет поменьше. Это сделано в целях безопасности. Он не должен быть больше 45 градусов. Делаем максимальный наклон, который вам нужен, либо в сидячее положение, зависит от ребенка. Также продевается ремень. Вот с этой стороны он выходит. Также фиксируем его в автомобильную застежку. Подтягиваем. И с этой стороны ремень попадает также в пазы красный. Нижняя часть придавливается, и верхнюю заправляем сюда, и у вас в автомобиле будет это выглядеть вот таким образом. Также все надежно зафиксировано и очень удобно. Обратите ваше внимание, многие забывают об этом, все внутренние ремешки в автокресле, которые рассчитаны больше, чем до 18 кг, рассчитаны только до 18 кг, либо до 100 см роста. В дальнейшем вы их убираете практически при любом автокресле, кроме американского OneFlow, и дальше уже пристегиваете ребенка вместе с креслом, штатным автомобильным ремнем, и так ездите в дальнейшем. Это поможет избежать нехватки места зимой, а также как это комфортно и правильно, как должно быть. Более подробно расскажем о магазинах Креселбург. Кстати, да. У нас бесплатная доставка по России. Подробности у менеджеров. Представлено автокресло в двух вариантах. Это в джинсовом материале и в стандартном текстиле. По функционалу абсолютно одинаковые, отличаются только материалом. Все цвета в наличии, бесплатная доставка по городу, город Красноярск.